Привет, в эфире Выдумщики.ру, и с вами я, Любовь Шанима. Сегодня предлагаю приготовить очень быстрый и классный рецепт шипучей соли для ванн. Слышали о такой? Для этого нам понадобится совершенно нехитрый арсенал ингредиентов. Это обычная сода пищевая, лимонная кислота, соль среднего помола. Я взяла еще пигмент жидкий, можно обычный синтетический краситель использовать, и эфирное масло можжевельника. Первое, что нам нужно, это окрасить морскую соль. И кладем 8 ложек. Добавляем 1 каплю пигмента. И хорошенько это все вымешиваем добро. Сюда же добавляем 7 капель можжевельника. Готово. Перемешиваем. Если вдруг вы добавили слишком много красителя и соль стала мокрая, положите ее на обычный противень и поставьте в духовку на высокую температуру. Прокалите ее там. И тогда вы сможете с ней работать дальше. Итак, 8 ложек морской соли у нас готовы. Мы уже высыпаем их в нашу баночку. Берем лимонную кислоту. 8 ложек лимонной кислоты добавляем в наш стаканчик. В этом рецепте лимонную кислоту не нужно перемалывать, как это нужно делать в бомбочках для ванны. Потому что это ленивый рецепт бомбочек для ванны. Эффект тот же, а готовить в 4 раза проще. Хорошенечко перемешиваем. И эфирные масла лимонка быстро впитывает. Дальше насыпаем пищевую соду. Нам нужно 16 ложек. Дальше мы опять перемешиваем наш состав. Комочки соды тщательно разбиваем, вымешиваем. Для того, чтобы смесь была похожа на бирюзовое молоко. И повторяем манипуляцию с окрашиванием соли. Опять 8 ложек. Опять капля красителя. И вымешиваем 7 капель эфирного масла. И высыпаем. В этот раз я перемешала соль не полностью, а перемешала только с одного бока. А здесь оставила небольшую полосочку для того, чтобы эфирное масло активно отдавало свой аромат. И закрываем обычной крышечкой. Да, банка в этом случае не прозрачная, но мы можем использовать классную наклейку. Например, вот такую. Очень новогоднюю. И подарить эту соль родным, близким или знакомым. Как же использовать эту соль шипучую? Ее нужно просто насыпать в ванну перед тем, как вы собираетесь в ней искупаться. Соль будет шипеть так же интенсивно, как бомбочка для ванны, и создаст очень красивый и романтичный эффект. Кроме того, соль содержит волшебное эфирное масло можжевельника, а значит, будет помогать вашей иммунной системе бороться с заболеваниями. Если вам понравилось наше видео, поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал, нам будет очень приятно. А в комментариях напишите, пожалуйста, пробовали ли вы это средство, понравилось или нет.